12 марта 43 года войска Западного фронта под командованием генерал-полковника Соколовского освободили город Вязьму. За 17 месяцев оккупации город был практически стерт с лица земли. Из 5000 домов в нем не осталось ни одного целого здания. Свободу обрели и узники двух немецких лагерей для военнопленных. Как сообщало Совинформбюро, потери противника составили 9000 солдат и офицеров. Вязьма стала одним из последних рубежей на пути противника к Москве. До победы оставалось 789 дней.